Осуществлен марафон «Старый плут» 15 раз! Ура! Я вас поздравляю с таким большим праздником и себя тоже. Желаю вам удачного старта и финиша. Погоду я вам обеспечил. Ура! Награждение любителей будет сразу, как только закончится дистанция. М и Ж элита сразу как будет там. А ветераны награждения приглашаю в резиденцию Старого Плута. А там где-то, ну, 18-19, в общем, как мы только подмоемся, чуть-чуть покушаем и начнем награждение. Награждение будет продолжаться до утра. Все, желаю удачных... Проходите на последнюю линию. Вторая минута здесь. Третья минута, заходим сюда. 11.03 здесь. 11.03. Минута приглашается. Чуть пониже смотри. Сюда зайдите, сюда зайдите. 11.04, заходим. Четвертая минута. Стою на полу. Побежали. Побежал. А вот там, прямо вниз, вон туда люди идут. Одна канала, вторая. А это и нет.
Ага. Так. Хорош. Ага. Ну и все. Вперед. Ну, форвард, вперед. Ну, порядка. Одно удовольствие пешочком, да? Ой! И смотри, у нас держится вот эта ось. Это какой-то... Класс! Угу. Это что-то. Я по дороге мимо второго и на 11. А ну, у нас... По дороге? 42. 41 точно? По хрени воду. Это дело так. Давай. Нажал, пошел. Так. Делаю фото раз, делаю фото два, делаю три. Отлично. Вот теперь можешь просмотреть, что я там наделал. Помчались. Помчались. А, да, да. Так, вот он. Вот он, вот. Счастливый миг. Фотограф. 77-й? 77. Отлично. Ладно, пойдем. Тут по лесу легче. Вот так. Да. Ага. А вот, наверное, тот уголок и там идет. Как он, на открытой местности или? Ну, он прямо на. Ну, прямо и там. Ё-моё, Х-54. Приветствие будет всем плутам. Молодым плутам. Всем привет, да. Всем привет. Вот туда, конечно. Поехали. Ой, ёлки-палки. Ну, дают. С музыкой. Я слышу, Дима. Ты кино? О, да, не просто плутам лазить по горам. Но и некоторые из них абсолютно неудержимы. О, Петрович, ну покажись, это ты или кто-то другой? А то что-то не верится. И кто же это придумал?
такую трассу. Это нечестно. Для старых плутов совершенно неподходящее место. Но картинка... Траверс во всей красе. По-моему, хороший маршрут. Тут виды такие. Что-то ноги жмутся. Да? Ага. А на прямых, если? Да на прямых же иду. Кого-то штаны снялись. Ой, ой, кошмар. Пошли. Только вперед. Иногда в бок. Место знаешь, да? А, мы это, где-то мимо них должны пройти. Одно куда там слово. Да. Сивка-бурка. Вечная каурка. Вечная, да? Ага. Ё-моё, что ж они издеваются? Плутами. Ой. Ну, думаешь, теперь до финиша дойду? Да, что там у нас по карте? Ну, наверное, сюда не полезем. Пойдем вот туда. Пойдем вот, в обход. Вот так, да. Отлично. Вниз. Поехали. Ой, хрен с ним. Слава Богу. Восхождение. Мужчина, куда идем? Ой, елки-палки. Это Шипулинская горка. Слушай, ну прекрасная гора. Вообще, я не ожидал. На чем здесь ездить можно? На лыжах. Вот это, да? Да. Тут планировался и подъемник, но пока еще нет. Ну, последний отрезок, я тебе скажу, что тяжело дается. Но все равно ж дается, да? Ну, конечно, теперь уже я последний пункт найду. Последний этап дается нелегко. Ну, надеюсь, я мистер Старый Плут. Техника восхождения у тебя хорошая. Экономная. А? Экономная техника, говорю. Я находил, когда
Вот самая техника, да? Ага. И проявляется. Слушай, как на Эльбрус. Только там каждый шаг делаешь через минуту и с огромным трудом. Через минуту и с огромным трудом. Так, нас скорее заливали, а нам тут круто спускаться. Не, нормально. Нормально. О! Где? Фанфары где? Герасимов нажимает кнопку. Пиво наливай, Трудик. Пиво наливай, наливай. Пиво. Пиво наливай. Наливай. Пиво наливай. Ой. Петрович, стойте! Ой. Вон, вот так, вот, вот сюда, встань, чтоб пух, Петрович, чуть дерево, отмечайся. Во, оставлю вас. Не надо так давить на станции. Че, вы сказали хоть слово какое? Давай. Ну, я, конечно, африканец, а ты что? Африканец. Все, что надо. Кино, да, полное кино. Голова. Слышь, мысли не складываются вот после этих подъемов. После трех подъемов. Только разговариваю. А, после трех кругов. Не, я два. После трех кружек только разговариваю. Я и после двух уже только разговариваю. И то с трудом. Не знаю, она моложе меня. Не моложе, конечно. Ну такая девчонка, я знаю. Коля, бери кружку, пристраивайся к тому. Уже. На зиму. Я уже пенсионерка давно. С бутыльком. Если можно. Лепота. Если можно. Кого? Не, они считываться будут, просто мы не распечатку не сделаем. Я генератор хотим выключить. Я же не коленопреклонную позу делаю. Пошу со стаканом. Ой, я знаю, что ты. Я понимаю, что ты меня трехвостишь. Но я тебе скажу, что поскольку я тебя люблю, можешь что хочешь на меня говорить. Вы как это, выпейте пятую или какую? Что? Куда? Со второго бока заходим. Поначалу. Заходи, заходи. Леночка сначала, а потом я вместе с ним. Валуш, ты встретились там с какой-то. И ты обсуждаешься. Там, как бежать? Беседуют минут пять, да, между собой говорят, туда, туда, а потом что она говорит? А потом та говорит, украинка. Украинка говорит, ну я тебя не разумею. А моя говорит, да я тоже тебя не понимаю. Минут пять они там беседовали, куда бежать, а тогда эти не разумеют. Слышь, ну Настя, представляешь? Ориентировалась, а сейчас сучка кальян разносит. Видите? А, ну да. Это... Работает кальяншей. Давай кальян. Коля, напьемся. Не, кальян не пьют. Кальян курят. Ну мы курнем. Так нам же с уважением преподнесут. Казахи его курили всю жизнь. Курили. Вон сейчас накурились. Это кальян. Наелись, ну, это чего-то. А сейчас начали еще вкусно что-то напить. Ну, сейчас добавляют сюда стали. Раньше как-то было естественно, а сейчас все добавляют и вообще... Да, ну да, там же яблочные апельсины. А ты машину не водишь? Я ж уже пиво выпила. Так он больше выпил-то. Вашу не пробовала ни разу. Демон остался, пали. Надо же его дождаться. И пали. А вы раньше меня ушли. Марчелло, покажи номер. Номер. Коля, мы с Марчелло показываем номер. Так, забрали вы не слышали. Коля,
Валя, иди сюда. Номер. Не-не-не-не. Это ж не для кино. На фото. Это как на лыжах. Давай. На горке. Давайте. Правую ногу. Я постараюсь вам это передать. Один, да. Один правую, один левую, а то мы упадем. Дима на фото. Не стоит. Если бы первый так прошли, это было вообще отлично. Как первый? Ну, первый кружок, если бы с тобой столько груши, дорогой. По цене. Еле шел. Я говорю, ну куда он поедет? Я дойду. Не пошел. Серега, идите потом ловить с вами. Нигде. Это нереально меня поймать. Он выставит их одноклассники, да? Не, вот, я спросила. Ты будешь туда взнулся? Старый плуг? Что-что? На пляже. Будешь взнулся? Обязательно. Нет, меня бесполезно ловить. Я, знаете, я фото эти все выложу на какой-то ресурс и ссылки дам Петровичу. Он выставит это в это, на сайте. На сайте его поставит, и вы скачаете. Еще там лягу. А где Надюша? Колено преклонная поза. Петрович, тебя фото снимать, это ничего не делать. Надо видео тебе снимать. Давай, челки палки. Так оно и есть видео. Я ж не могу на коленке вечно стоять. По дорожке туда беги. Ну, молодец, наложил. Мы спасены. Еще? Ваня самый желанный финишер, да? Ее Марина ждет, он придет. Сейчас мы еще поле. Ивана никто не ждет, а? Кто придет? Ты на месте. Я когда-то раз ориентировалась, у нас, помню, в Дубовом еще те времена было ориентирование. Там... А в Масловой пристани очутилась. Вы куда его послали? Что-то долго. Зря мы его туда послали. Куда вы его послали? Где он? Сейчас, 44-й КП. Ну, уже скоро вернуться, он рядом. Он бежит. Уже бежит. Не спеши, он не так быстро бегает. Он марафон, понимаешь? Он марафон. Давай, Иван, бегом! Подожди. Давай, Егор, бегом! Это тебе не марафоны бегают. Ты помнишь, о чем мы говорили? Тишина, сейчас поздравят его, нет, тихо. Я свою задачу решил неучастный. Иван. Не поздравил. Иван, я чип. Иван, я тебя поздравляю. Алло. Главное, чтобы чип не потерял. Ты два круга прошел. Два круга прошел. Ну, Таких четыре. Я одного не. Ребята, встаньте в Ваню, щелкните с ним. Петрович, с Ваней щелкните все вместе. Встали. Петровича возьмите. Возьмите Петровича. Ничего страшного. Ваня. Наложил. Показать, как я бегал. Девчонки, быстренько сюда. Елена, дай результат. Все сюда встали. Вперед, сюда, пройдите. Он снял. Почему? Я уже ничего не нашел. Вот где-то здесь. Вань, ты нашел что-нибудь? Три штуки нашел. Во, вот туда. А я переживал. Раз, два, три, четыре, пять. Пять пунктов. Коля. Нет, вот, 42-й, 31-й, 32-й, 33-й. Коля, давай, все вместе. Я смотрю, прихожу. 39, а я 37. Коля, Коля, присядь вот тут. Коля. Так, ладно. Петрович, Коля, сейчас, так. Главное, что ты пришел. А я могу тоже пойти, посидеть. Ты пиво будешь? Последний герой. Давай наливать. Я сидеть не буду. Прошел 42 километра, прошел. В этой дебаты сними. Иван, давай. Я несколько раз. Про марафонистов пиво. Сейчас наливают, Вань, тебе пиво наливают. Давай. Слушай, а как я переживал? Думаю, позарился на мистера. Господи, Иван, защищай. Я могу на кисть потом забурить. Защищай Ивана. Не нашел четвертый.
Это последний нет, старый прожог. Самый... Я раза три заходил. Плутейший из плутейших. Ну, я представляю. Вань, ты всех обманул, абсолютно. Мы думали, что ты второй круг месишь. Не, ну как? Перемышка, это второй круг. Это третий уже. Так когда он тут крутил, мы так и не поняли. Нет, я все коттеджи отбежал. Только хочу спустить сюда. А здесь заборы. И заборы. Ваня, скажи, идите вы все в баню. Все, собирайтесь и валите. Я понял, Вань, тебе заборы сильно мешали. Первое происходит. Молодец. Километров ты 60 отмотал. Нет, смотрите, мы к вам идем. Ну куда? Да, да, да. Саня, за волю к победе! За волю к победе! Саня, ура! Стой! Ты же оцарапал! Так, и вы хотите сказать, что не старый плот, Петрович? Мистер старый плот! Вот после этого посмотрите! Нет! Это я... Ты старый плот! Он не блудил, он же пришел в плот! Старый не плот, а блуд! Блудит! Пожалуйста, все! Всех оттуда, давай. Давай я в колено купаться. Не выглядываем, чтоб полностью. Девочки, вон оттуда, давайте их сюда. Вон оттуда, девчонок, сюда. Вон сзади, девчонок, сюда посадите. Быстрее.